Хорошая. Нет, сидит, сидит. Иди сюда, моя дорогая. Так куда ты? Вот она, красавица. О, какая. О, где-то с килограммчик будет точно, а то и полтора. О, какая красавица. Всем привет, с вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Мы приехали на озеро Портяное. Привет, привет. Приехали, как говорится, не одни, а сегодня у нас толпа, конечно, кроме Калюньки. Калюньки толстого нашего нету вместе с его сыном Саней. Курка на вахте. Калюнька на вахте. И мы сегодня рыбачим, это у нас Саркози, Юрка, его жена Ольга собирает ягоды. Ну и, конечно, ваш Санечка и Мариха, которая тоже пока еще собирает ягоды. Поймали по одной щучке. Вот, и вот Юрка поймал первого окушка. Как я уже говорил, на озере Портяном окуни у нас хорошие. Сегодня у нас погода хорошая. Где-то градусов 18. Ветер юго-восток. Где-то 2-3 метра в секунду. В общем, отличненько. Находимся на другой стороне озера. Мотоциклы у нас с той стороны. Против солнца, конечно, снимать плохо. Ну, ладно. Вот. И мы вот пришли в травку. Здесь травка около берега. Щучка заходит сюда. Здесь у нас песочек. Дно твердое, ходить приятственно. Ехали мы сюда долго, как всегда, на наших мотоциклах. Любимых есть. О, видите? Ха-ха-ха, родной. Вот он. Вот такие вот окуня у нас. О! О, какие! Таких приятственно ловить. Ловлю я сегодня на блесну тини-магалон. Когда покупал ее, у продавщицы говорю: дайте, пожалуйста, тини-магалон. Она: чего? Ну вон у вас тини-магалон. Вот, и она: какая это тини-магалон? Это тайна Магалона. Вот после этого мы и стали называть их не тини-магалон, а тайна Магалона. Вот сегодня наловлю на тайну Магалона желто-зеленого ядовитого цвета, потому как вода мутноватая. Вот, хорошо ее видно. Как всегда, будем ловить норму. Мы люди не жадные, чисто для еды, чтобы потом еще раз приехать на это озеро или на другое. Ну, лето есть лето, хочется порыбачить. Поменяли, в общем, поставили вертушки. Вот, поставили Blue Fox медного цвета. И такие не очень яркие. Но это хорошо, потому что сейчас солнце у нас, видите, на небе не облачко. И она очень сильно под водой, чтобы не блестела, сейчас само то. Но ничего, у нас еще осень впереди. И, как говорится, когда лист уже пожелтеет, и здесь у нас рыбалка будет еще лучше. Если вы посмотрите по записям у меня, там, где мы просто около берега водишь спиннингом в сантиметрах 80 от берега, и клюют хорошие окуня. Тоже забрасывать не нужно. Калюнька у нас пошел Саркози туда дальше. Не захотел с нами оставаться. Мы делаем как настоящие рыбаки. Мы уходим далеко. Не, как говорится, не ловим рыбу. Так вот попробуем и все. И обратно. И обратно уже идем, ловим рыбу, чтобы нам ее нести далеко.
как говорится, вперед, лучше всего нести ее обратно. Вот мы так и делаем. Вот в нем, могу сказать точно, грамм 800 есть. 880. Как Юрка говорит, 882. Так. Девчонки у нас сейчас морожку пособирают. Вот, и тоже присоединяться будут, конечно, с той стороны уже облавливать озеро. А здесь Юрка тоже именно здесь, вот в этом месте, в позапрошлом году подцепил щучку такую, где-то килограмм на 6, наверное, на 7. О, ну ты, конечно, да, прибавляй. И пока на камеру играл, так она у него блесну сдернула, карабин разогнулся. Но ничего, как мы все время говорим, значит, невкусная была. Красавец. Приятственно. Вот, ребят, вот эти вот щучки вытащил, правда, поспешил, не показал вам. Вот, прячем их во мху. Вот здесь вот, видите, да? Вот, мы прорываемся и туда их укладываем, чтобы не сварить их. Вот, и вот я их вытащил. Одна Юркина, одна моя. Вот, ну, моя-то побольше где-то, у меня-то, видите, на килограмм 7, а у Юрки так, на килограммчик. И вот они там вот пролежали. Сколько мы рыбачили, Юр? Часа два где-то, да? Вот, и спокойненько пролежали, не сварились. Меня Егорушка тут тащит. Кого-то я дернула. Тихо, идет, дорогой. Иди, давай, иди, это, по-моему, Шука. Нету кушук. Тихо. Оп, вытащила. Вот такого Егорушка поймала-то. Вот она, посмотрите-ка на нее. Егорушка, передай привет. Передаю. Не дышит, да? Он уже на воздухе долго. Ё-моё. Вот как заглотил. Маленький. А сердце, если оно есть, как оно бьется? Ой, бьется еще. Маленький, больно ему. Я понимаю. Давай. Ай, колет. Вот. Все. Давай, я тебя. Че, отпускаешь его? Конечно. Ох, ой! Красава! Саша, посмотри, что я на улице. Ну вот, мы порыбачили, покушали. Сейчас собираемся домой. И Егорушка хочет показать. Вот она нашла первый грибок. Вот такой вот. Посмотрите на ее довольную рожу. Вот такая она. Тихая охота. Да, тихая рожа. На бегемота похожие. Да. Поймали окуней, все по щуке. Это вот девчонки у нас насобирали. Это Егорушка. А у меня Мариха, вон, ведро полное. 10-литровое. О, какая. Хочу показать, сколько марихуанушка у меня насобирала. Пока мальчики рыбачили, и мы сбегали с Олей. Вот она. Морошечка такая вот, красотуля. Смотрите, у нас Саркози с нами сравнялся. Заказал себе точно такую же форму, как у нас. Вы замечаете, да, по записям, что у нас у всех сейчас одинаковая рыболовная форма. Вот, посмотрите. Да. Каленька. У него осока. У Ольги. Осока. У нас с Юркой дубок. Ну, мы дубки, поэтому у Марихи осока. Ну, рыбалку вы видели. Надеюсь, вам очень сильно понравилось. Смотрите нас. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До новых встреч. С вами был ваш любимый Санечка. Пока.